Всем привет! Наконец-то я решил сделать ролик на этот Ягуар. Короче, этот Ягуар был, кто видел и у кого есть, никому они не нравятся, потому что они с фиолетовым оттенком, у них внутренность фиолетовая и буквы по бокам, там что-то написано, тоже с фиолетовым оттенком, ну, такой там чуть разрисованный. Ну, никто его не ценит и не хочет покупать. Короче, я купил уже такой белый и решил этот перекрасить. Смотрится он сейчас намного лучше. Вот, конечно, я немножко замучился его красить, немножко мазнил, потому что я решил оставить вот эти родные буквы и значки. Вот, все остальное закрасить и оставить вот эти полосочки. Конечно, было тяжеловато покрасить более-менее так конкретно тонко. Красилось это все лаком для ногтей черным. Но вроде как удалось. Это Jaguar XJ2000. А это тоже я забыл показать эту штучку. Шел я на рынок и что-то типа барахолочки увидел такую вот штучку со значком. Короче, это секундомер с часами. Он был не рабочий. Естественно, батарейку никто не менял, она там окислилась. Купил ее за копейки. Почистил. Хорошо сохранилась, не царапанная. Такая нормальная штучка. Вот. Фирма Metal внизу написано, China. Видно, такие прибамбасы делаются только в Китае. Ну вот, пойдет в коллекцию к машинкам. Повешу на полочку, и этот сядька будет там красоваться. Вот. Ну, смотрим дальше, что там у нас по Ягуарам. Просто не мог показать, потому что, ну, как бы фирма Hot Wheels тоже интересно. Купил я его, шел на рынок, у нас там продаются что-то типа барахолки. Короче, выкладывают свое барахлишко и продают. И этот Ягуарчик мне попался на глаза, естественно, я его забрал. Редкая модель от Вэйли. Конечно, ездит он хуже, чем Hot Wheels. Вроде как на осях колеса. Технология такая же примерно как, ну, как на осях. Они сквозные оськи, и колеса крутятся независимо от осей. Но он как-то притормаживает. Не знаю, все вроде нормально, смотрел, ничего там такого нету, но ездят они намного хуже, чем Hot Wheels. У него какие-то как тормоза какие-то, что, ну, колеса там тоже вроде как ничего, так нормальные, ничего, он так плохо катается, непонятно. Колеса пластиковые, не резина Вэйловского. Был у меня такой 24 масштабе, шикарный Ягуар, только цвет у него был голубой перламутровый. Ну, а 24 масштаба я отказался, мне нравятся больше вот такие маленькие. Вот, и я стал собирать вот таких малышей. Это тоже Ягуарчик. Вот такой он. Там название. В общем, какой-то, в общем, спортивный кабриолет. Название я там не уточнял. Я напишу потом. Там в заголовке. Классная моделька. Мне ее как бы поменяли на другую модель. Я ее, можно сказать, выклянчил. Но особо так не торговались. Я отдал там модель, которая у меня повтор есть. В общем, в принципе, я ничего не прогадал. Видел я такие Ягуары красного цвета, но красного он как-то не особо смотрится. Черного он немножечко как бы шикарный. Ну вот, смотрите фотки. Вот мне вот этот покрашенный Ягуар как бы плохо удалось снять.
Он черный, фотографии, не знаю, я намучился, короче, с этими фотками, но кажется, хоть что-то получилось. Ну вот, теперь у меня в коллекции как бы тот Ягуар, который я хотел. Никак не хотелось мне иметь с фиолетовым оттенком. Ну, кто видел, тот знает, они не особо смотрятся. Вот. Ну, вроде все. Пока-пока. Фотографии смотрите. Всем удачи и ставьте пальчики вверх.